очень хорошо отвечу. Представитель британской короткошерстной породы голубого окраса, почти трехлетний парень, мощный, тяжелый, массивный, с тяжелым, мощным костяком, компактным телом, широкой круглой грудной клеткой, широкой спиной, отличное качество шерсти, шерсть короткая, очень густая, с отлично развитым подшерстком, очень плотной текстуры, что свойственно только британской короткошерстной породе. У него достаточно короткий, толстый, гибкий, ровный ход. Сейчас она идет. Голова круглая, массивная, с круглыми скулами, выраженной мордочкой, слабо выпуклый лоб с плоской площадкой между ушами, уши среднего размера, поставлены широко. Очень красивые глаза, открывай глаза. Красивые глаза, большие, выразительные, они однородно прокрашенные, насыщенного цвета, характерные британские щечки, но в 3 года, скажи, еще бы. Хороший крепкий подбородок, не скошенный, не выступающий. Мужища крепкие, да, вот, да, мой парень, такой большой, тяжелый, идем, ты усталый. Понимаем, так и должно быть. У нее короткий,
короткие мощные ноги, достаточно крепким костяком, красивая круглая голова с красивым круглым лицом. Она в правильном балансе по отношению к телу, красивые глаза, большие, поворачиваясь глазами, людям про глаза рассказывают, не показываешь на эту точку. Красивые глаза, большие, зеленые, однородно прокрашенные, очень выразительные, хорошо оформленная мордочка, уши достаточно маленькие, широко разнесены, с плоской площадкой между ушами, хороший крепкий подбородок. Ой, девочка, ты молчишь, моя коробушечка. Пойдем, еще 8 месяцев ты должна поиграться. Конечно, хотелось бы чуть побольше и почувствовать в ней больше мощи, но она совсем юная, совсем маленькая, поэтому я уверена, что с возрастом все у нее обязательно. Для проведения поиска коня на четвертый ринг приглашаются животные под номерами 1, 2, 8, 10, 14, 15. Еще один представитель окраса Silver Shaded, также 8-месячный юный парень. У него достаточно компактное тело, достаточно широкая грудная клетка, широкой спиной, со средним костяком. Шерсть хорошо развитым подшерстком, достаточно короткая, хвост ровный, гибкий, без дефектов. Пока выражен небольшой дисбаланс между размером головы и размером тела, голова пока чуть мелковатая для такого тела. Глаза достаточно большие, однородно прокрашенные, насыщенные зеленые, шерстяные. Уши среднего размера, пока также немного высоковато поставленные. Выразительные, хотелось бы более насыщенный голубой цвет, более однородный.